Всем привет, с вами Гаст, и это обзор на сервер Global PV. Сервер нас встречает версия 1.3.6, 3 расы, 6 классов. Раньше, возможно, помните сервер Relax 750. Примерно та же концепция, но есть свои изменения различные. Для начала нужно пройти стартовую цепочку, для того, чтобы получить все необходимые ресурсы. Поэтому давайте это быстро пройду и продолжим дальше, что же нас ждет на сервере. Итак, я прошел стартовую, так сказать, цепочку относительно уважения. Получили первый ад очень быстро, все очень круто и классно. Что бы хотелось еще рассказать. На сервере присутствует очень много разного снаряжения, начиная от 99-го икса, заканчивая Нирваной и ЦГД. Естественно, это все под сервер сделано. То есть нет статов по А, по З, по понятным нам причинам. Вот, но это очень вкусно выглядит на финальных, так сказать, началах. Что из интересного еще хотелось бы отметить, на сервере очень много разного фарма для того, чтобы быстро собрать данное снаряжение. Это иксы, это луна, это ини, магистр, нирвана, все вот это нужно. Но самое необходимое для вас в начале будет это прокачаться. Прокачаться здесь проще всего в инии. Убивать открывашек и первых двух боссов. Мобов в инии нет, вас ждут только открывашки и боссы. Поэтому давайте быстренько пробежимся по инию, покажу, что с него падает. После каждого убийства открывашки вам будет падать эликсир опыта. Нажимая его, получаете достаточно очень много опыта и тем самым качаетесь. Все очень просто, пробегаете дальше по всему данжу. Я бы убивал вот сначала открывашки, далее... Здесь босса вряд ли вы осилите в начале, поэтому лучше просто открывашки в начале бить, и на этом все. Прокачивая уровень, вы прокачиваете себе это, и уже дальше можно будет фармить другое снаряжение, для того, чтобы спокойно проходить различные данжи. Для старта я бы вам посоветовал делать ежедневное задание в ночной деревне, здесь нужно убить 20 мобов по квесту, и проходить ини. Также бегать в 109 данж, там работает полет, убивать боссов и лутать юаньки. Для того, чтобы покупать снаряжение у различных людей на сервере. Для того, чтобы фармить уже более финальное снаряжение. Давайте пройдемся по ивентам. Какие ивенты есть на сервере, что бы вам хотелось сразу сказать о том, что нужно проходить и куда ходить точно. Первый ивент, который хотелось бы отметить, это битва катапульт, которая проходит каждый вторник с 19 до 20.00. Делится на два этапа и продолжительность 30 минут. Что нужно сделать? Зайти в игру, ТПшницу в город истоков, появится до старта ивента за 5 минут НПС от важной ху по координатам, которые вы видите на экране. Вам предложат одну из трех катапульт. Здесь уже я не буду читать, что находится на ивенте. Самое главное, то, что нас ждет, это у нас в игре. А именно обменник данного ивента. Здесь нам дается магический камень, как вы на рейтинг свой повлияете. Чем больше рейтинг, чем больше вы убьете на этом ивенте, тем больше получите этих магических камней. Тем самым можете залутать чеки, можете залутать небесные страницы. Тут уже смотрите на ваш выбор, что вам необходимо больше. На старте, естественно, наверное, чеки для того, чтобы купить
начальное снаряжение для того, чтобы фармить, как я и говорил, более лучшее. Вот. Пройдемся дальше по ивентам. Это арена богов. Данный ивент у нас проходит каждый день с 18 до 2. Раз в час появляются сундуки. Все очень просто. Телепортируйтесь, копайте сундуки, если успели. Не успели, ну, что поделать. Все очень просто и понятно. Ну, естественно, ивент, так сказать, ивент. Ежедневные задания, которые нужно по-любому делать. У нас про одну вижу, я уже сказал, это в НД. И есть ежедневные задания. Берутся они также в городе Истоков. У мастера ежедневных заданий, как бы это смешно ни звучало. Есть различные задания. Вы их берете, выполняете. Тут надо где-то в 109 сбегать, где-то вы, не где-то еще что-то. Ну, тут, я думаю, разберетесь без меня. Награда также соответствующая. Если вы уровень меньше 150-го, вам будет всегда давать эликсиры за любые задания, для того, чтобы вы быстрее апнулись. Все остальное уже ресурсы серверные, которые так или иначе необходимы вам будут по-любому. Так, давайте быстро пробежимся по форуму. Акции, бонусы, марафоны и прочее-прочее. Есть три промокода, которые действуют на сервере, вы видите их на экране, также они будут все в описании. Юзаем, кайфуем, получаем вкусные штучки. Также для гильдий, которые у нас хотят перейти на сервер, имеются также бонусы для кланов. Это кэшбэк и это бонус именно за переход. Бонус у нас за переход полета, 1 месяц подписки, 1000 Global Energy и 250 Gold Shop. Все условия... Всегда все просто. Чем больше людей, тем больше получаете кэшбэка. Но это уже для мастера. Поэтому кланчики, которые хотят перейти, залетайте, пишите в службу поддержки, общайтесь с администрацией. Также на сервере есть марафон территорий на 1500 USDT. Все, что нужно сделать, ну, естественно, это захватить фулл карту. Времени у вас достаточно, поэтому дерзайте. Также контент-мейкерам, кто хочет получать у нас бусты, так сказать, за то, что вы делаете видосы. Все очень просто. Два ролика в неделю. Делаете видео по фанам, по ВЕ-контент, как вам удобно. Если вы имеете аудиторию уже свою обширную, также пишите в службу поддержки и обращайтесь к администрации для того, чтобы получать вкусные плюшки. Итак, в заключение моего, так сказать, обзора хотелось бы сказать вот что. Сервер достаточно давно находится на плаву, достаточно хорошо себя показывает в плане онлайна и рекламы и прочего. Сейчас будут не только у меня видео, у многих других контент-мейкеров, поэтому кто хочет залететь на сервер из тех, кто делает видосы, ребята, не забываем, залетаем. А по кланам на данном сервере есть No Touch и Тучка точно, есть еще различные маленькие кланчики, которые также ждут к себе новичков. На сервере каждую неделю проходит ГВГ. ГВГ очень интересная, будет ставка с ГВГ. Хотелось бы сказать еще о том, что сервер почти живет год, и небольшой инсайдик сейчас еще будет. Так вот, какой инсайдик вас ждал? Это летний марафон. Пока непонятно, что там будет, но скажу точно. Это двойные рейты на опыт, это двойные рейты на юане. Каждую субботу с 10 утра до 22 вечера. Двойные рейты на дроп в воскресенье в то же время. Опыт, если что, не в какое-то время, ровно с 10 июня по 16 июня. Для всех новичков это будет отличная возможность ворваться, для старичков это отличная возможность сразиться по ОП-турнире. Будет турнир, на который, чтобы попасть, нужно пройти, успешно завершив марафон. Вы получите билет для того, чтобы, естественно, в этом марафоне поучаствовать. Вся дальнейшая информация по марафонам и прочему всему будет на форуме, будет в телеграм-канале сервера, поэтому подписываемся, ставим лайки, так сказать. И еще, в этом видео мы запускаем небольшой розыгрыш промокодов, поэтому пишите свой ник копипастом в комментарии, ну и ваши пожелания, ваши критические, так сказать, моменты, что вам мне не нравится, что добавить, что убрать, поэтому извините. Сразу могу сказать про себя, я видео не так часто записываю, но очень хочется к этому примкнуть и начать более качественные видосы записывать. Поэтому с вами был Гаст, всем хорошего дня, вечера, ночи, утра и пока-пока.